Здравствуйте, дорогие мои подписчики, вы смотрите канал «Уголок любопытного геймера». Перед вами прохождение игры Far Cry 3, вторая часть. Что могу сказать? Пора идти к доктору Эрнхарту. Но для начала хочется обзавестись такой замечательной вещью, как составной лук. К сожалению, поставить ее пока некуда. Но все равно надо потратить эти деньги, иначе они просто-напросто пропадут. Так, и... возьму, да. Вот это дело. Ну, пока без обвеса, потому что... да. Этим утром на охоте мне повезло. Я нашел небольшое свиное стадо. Собственно говоря... неплохо. Что требуется? Да ты просто кожа до кости. Требуется найти козла. Мы сейчас с вами будем охотиться на козла. Понятия не имею, где здесь водятся козлы. Но козел нам нужен просто позарез. Ну, не знаю, может вот на той стороне. Давайте проверим. Трясет тут, что-то трясет. Вот, блин. Нарвался я как. Пойду-ка я отсюда потихой. Так. Бандюганы уговаривают меня вылезти из моей норы. Но я искренне не понимаю, зачем бы мне это делать. Кто это? О, шкура тапира. Ну, это тоже неплохо. Тут ведь был еще один. Где-то. Вот он. Так, ну... да что же они? Прям охотятся на меня. А, я не хочу, чтобы на меня охотились. Есть у меня такой таракан. Не люблю, когда на меня охотятся. Так, а, я, собственно... я могу создать более прочный рюкзак. Но мне нужен козел.
что-то я тут устроил. Такой цирк. Ай. Какой еще ай? Меня вот уже тут ищут, ищут, найти хотят, убить. Нет, ну понятное дело, что если найдут, то убьют, но вот найдут ли, вот это большой вопрос. Стреляют по кому-то. Так. А, вот и... Один козел, который рогатый, и несколько козлов на машине. Тут тоже было несколько козлов. Что такое? Ах ты! Вон как. Меня укусил комодский варан. Кошмар какой. Так, ну, прежде всего мне нужно вот так вот. О. Во, отлично. Теперь возвращаемся в деревню Монаки за луком. Теперь-то я им покажу. Так. Наверное, нужно... Где тут? Вот, стрелы. Прикуплю стрел. Так, ну и чё, погнали. Надеюсь, тут есть какой-нибудь автомобильчик. Ну, хоть какой-нибудь. О, отлично. Отлично, чудесно, замечательно. Докуда-нибудь мы на нем обязательно доедем. Надеюсь, меня не убьют под... А, вот тут был поближе. Надо было просто посмотреть по сторонам. Надеюсь, меня не убьют сразу же. Какой-нибудь первый патруль, особенно внимательный и дотошный. Так, тут какие-то сокровища. Ага, хорошо. Вон оно как. Там меня уже ждут. Ну ладно. А я в обход. Точнее, в оплыв. Вон она. Тут аж лодка. Так. Вон как меня под рулем-то чуть не приезжали.
Не так-то это просто быть лихим ниндзя. Может, даже и вообще непросто. Так, этих ребят я трогать не стану. А что у нас тут? Лодка есть. Врагов нет, странно. Даже машина тут стоит. Ну, какая симпатичная пещерка. И вон она. А это что такое? Ух ты! Так, тут все прям так интересно, да? Пропустите меня сюда. Я ж тут все разломал. Что это такое? Что за шутки юмора? Я тут, понимаешь ли, все разломал. Какая-то реликвия. Чё-то я собрал такое. Реликвия найдена одна из 120, но это просто нереально. Я не думаю, что я буду собирать все реликвии, но может быть какие-то мне все-таки попадутся по пути. Если вам это, конечно, интересно. О, собаки. Гоняют... Кого гоняют? Свиней? Ну, я тоже свиней погоняю. Поговори, говорят, с доктором Эрнхартом, говорят. А я, может, вот сюда хочу. А что здесь? Что здесь? Вон, а, коктейль Молотова. Да столько денег. Воу. Какое-то древнее орудие. И больше... Больше ничего. Ладно. Пойдем. Точнее, побежим. И вообще, мне не нравится так, что здесь... Неразведана территория. Я думаю, что нужно... О! А вот и то, что я искал. Ну, собственно, вышка. О! Погодите-ка, это... Тоже орудие, которое я... Нет, не тоже. Совершенно не тоже. Дверь тут закрыта. Что-то тут шепот какой-то. А, о! Ну, нашел еще одну реликвию. Совершенно случайно. Я не виноват, честное слово.
Надо мне, надо на эту вышку забраться. Пока я тут, к счастью, никого не вижу. Так что пока не вижу, полезли. Что тут? Это, надеюсь, зеленый. Точно. Зеленые листья. О! Это я удачно обошел. Ну, потому что никакого особого желания у меня с ними цапаться нету. Так что я лучше как-нибудь обойдусь. Мне главное вышечку. О, патроны, патроны-то неплохо. Готова еще одна, вторая по счету вышка. Тут кучу каких-то развалин показали. Вы лучше мне покажите, куда мне лучше. Блин. Так ведь и упасть можно. Вы с ума сошли? Я чуть не испугался. Так, туда, там враги. Туда. А что, тут нет врагов? Чудеса. Значит, туда. Потому что там, где нет врагов, там мне хорошо. Ну ладно, так, значит, у нас нужно рулить к доктору Эрнхарту. Медуза светится. Вижу, тут какой-то что-то светится, дымится. И здесь какой-то барахлишко имеется, я так смотрю, да? Деньги, деньги — это всегда хорошо. На деньги можно купить всякой мишуры интересный. Оружие, например. Чтобы всех, 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 всех убивать. Ну, не то чтобы я был такой прям кровожадный, кровожадный, но есть немного. В конце концов, это же Far Cry 3. Ну, сядем в джип. Куда-то сюда нам, по-моему, надо. Попадаем немножко. Ограждение.
Вон тут как все. Тут уже только пешком. Ну, пешком так пешком. Мне компьютерных ног, точнее, ног компьютерного персонажа для хорошего дела не жалко. Так. Здесь чего? О, сундук. Здесь еще один сундук. Точно. Так, ну и вот на этой вот веселенькой ноте мы завершим вторую часть прохождения. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и рассказывайте о канале своим друзьям. На связи был Любопытный Геймер. Пока.